Люди добрые, с вами Сергей Столбов, и сегодня у нас всего лишь 4 мая, сошел снег, такая красота, природа, соловьи запели. Я хожу по утрам для того, чтобы ходить на зарядку, на речку и делать проходку, делать нам наполняться энергией, радостью, счастьем. Но мой путь еще заключается в том, чтобы почему-то я должен прибираться за другими людьми, которые оставляют горы мусора в лесу. Бутылки, банки, тарелки, ложки, вилки, всякие пакеты, всякую грязь, все, что люди захотели принести в лес. Зачем вы пришли в лес? Вы пришли, потому что здесь лучше, чем на асфальте, здесь лучше, чем на лавочке в городе. Потому что здесь вы получили какой-то заряд энергии. Но взяли и, извините меня за выражение, нагадили здесь и ушли. А что у вас тот же мешок, с которым вы пришли? Возьмите и унесите за собой. Будьте осознанными. Вы живите в ладу с природой. 5-4 стихии всего лишь. Вода — не гадьте в воде. Земля — не гадьте на земле. Огонь — не портите огонь и все, что с этим связано. И воздух. И живите так, чтобы вашим детям и внукам осталась чистая планета. Вот мне приходится немножко повышать голос, мне приходится ругаться, потому что я уже, вот это уже 9-й мешки, которые я делаю на протяжении этого месяца. Иду, я пошел со своими друзьями, с супругой. Мне стало стыдно от того, что я их веду такой дорогой. И я прибрался, часть пути, они говорят, как здесь красиво. А когда мешки кончились, они говорят, а что? А я говорю, мешки кончились. Ребята, живите осознанно, пожалуйста. Слушайте соловьев, слушайте пение птиц, смотрите, радуйтесь солнцу, молитесь. И радуйтесь, что вы живете на этой чудесной, прекрасной земле. Я живу вообще в Сибири, здесь такая красота, благодать. Но столько неосознанных людей, приходится вот за ними прибираться. Ребята, давайте жить дружно, давайте любить природу, давайте делать так, как нас, наверное, должны были научить родители, школа, университеты и все, что с этим связано. Созидательное общество «Успех вместе». Мы приглашаем вас, ребята, я представляю это общество, я один из тренеров, один из участников нашей команды «Успех вместе». Мы помогаем людям сегодня быть более осознанными, делать правильные вещи в жизни, не вкладывать в пирамиды, делать бизнес там, где есть возможности сегодня, где нет риска, где есть польза для людей. Ребята, надо быть полезным. Жизнь — это такой короткий миг, который вот так пролетело и не заметишь. Но есть еще время, 10, 20, 30, 40, 50, для кого-то 60 лет, потому что наши технологии позволяют прожить 100-120 лет. Включайтесь, если вы трезвый, активный, жизнерадостный, целеустремленный человек. И тогда в вашей жизни будут положительные изменения, и тогда ваша жизнь пойдет на взлет. Я вам этого от души желаю и готов помочь каждому. С Богом, друзья! Успехов, успехов, успехов! Успех вместе – это круто! Успех вместе – это мое! Удачи!